好中国。你好中国。你好中国，我想你。по телевидению очень симпатичный и красивый человек. Улыбчивый, добродушный человек. И мне кажется, от такого человека можно ожидать только хорошего. Кто президент на телевизоре? Дукин Блайк, он висит и брал, вот все спали. Спали, Адам Сяхтов. Я знаю, что китайский президент приезжал на парад Победы в Москву, и что китайские военные участвовали на параде. Видел я Сян Цзиньпина рядом с Путиным на параде в Москве по телевизору. Я, конечно, рад этому, потому что две такие страны, как Россия и Китай, конечно, должны быть вместе. Очень любим посещать китайские ресторанчики. Это пекинская утка. Самое шикарное блюдо, которое я попробовал в своей жизни. Народ очень... Население большое и трудолюбивый китайский народ. И это экономически сильная держава. Это держава, которая постоянно мощно развивается именно экономически. Я думаю, сейчас казахстанско-китайские отношения складываются так, как они должны были давно складываться. Но я очень хорошо знаю, что Китай и Казахстан очень тесно связаны, и взаимовыгодное сотрудничество идет в гору. Я считаю, что это очень важно. Вот сейчас это самое будет железная дорога проложена, скоростная, до Пекина. И большие финансы Китай финансирует эту программу. Мы всегда любили и любим соседей своих.